Этот рецепт рулета из фарша с макаронами. Вкусная альтернатива классическим котлетам с макаронами. Для начала сварим спагетти. У меня вот такие. В горячую воду добавляем соль. Перемешиваем. И варим до полуготовности. Сливаем воду и промываем спагетти под холодной водой. В миску кладем фарш, мелко нарезанный лук, яйца, красный перец, розмарин и соль по вкусу. Перемешиваем. Фарш готов. Берем рукав, разрезаем пополам. Выкладываем мясо и распределяем тонким слоем. Выкладываем сверху спагетти. Вот так.
Сверху засыпаем сыром и закручиваем рулет. Отправляем в разогретую духовку запекаться до готовности. Засыпаем тертым сыром и подаем к столу. Желаю всем приятного аппетита и до новых встреч!